Волонтеры Самарской области за 7 дней помогли более чем 500 000 человек. В регионе подвели итоги добровольческой акции «Весенняя неделя добра». Ее участники собирали книги и игрушки для детдомов, вещи для малообеспеченных семей, помогали ветеранам, устраивали субботники и сажали деревья. С проводниками добра встретилась Татьяна Пудова. Ее девиз по жизни – хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Ирина Ивакаева открытая и искренняя. Приходит на выручку тем, кому труднее с 8 лет. Сразу после занятий прямиком к ветеранам. Во время областной добровольческой акции «Весенняя неделя добра» девушка познакомилась с Лидией Анатольевной. С тех пор помогает женщине. Ирочка, миленькая, пожалуйста, сходите за водичкой мне, пожалуйста. Приносит воду, помогает по хозяйству. Очень вежливые девочки и мальчики, очень предупредительные, с удовольствием все выполняли все мои просьбы. Мало того, что они мне во всем помогли, они еще пришли ко мне со сладкими подарками. Приходили несколько раз и столько же раз приносили мне сладкие подарки. Очень хорошо. Я такого отношения ни разу не видела. Замечательная молодежь. Всегда есть люди, которым нужно помочь. Первый раз я столкнулась с человеком, который настолько впечатлен нашей работой. Она была в восторге. И таких эмоций я давно не видела от людей. Я думаю, что пока я в силах кому-то помогать, я буду это делать. 2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным годом добровольца. Те, кто от всей души делает добрые дела, становятся с каждым годом все больше. О том, что это движение набирает оборот, отмечала глава региона. В Самарской области оно объединяет уже более 30 тысяч человек. А к благотворительной акции «Весенняя неделя добра» присоединилось уже 57 тысяч. Сделали добрые дела для 580 тысяч человек. В программе более 1000 мероприятий, среди которых уроки добра, экологические квесты, выставки, донорские и благотворительные акции. Третья часть Самарской области от мала до велика, как мы говорим, от детского садика до серебряного волонтерства приняли в этой неделе добра участие. Пусть это даже раз в году было, но это было. И люди потом узнали друг друга, продолжат обязательно, потому что и глава нашего региона Дмитрий Кочазаров, он постоянно поддерживает инициативы добровольцев. Останавливаться волонтеры не собираются. На организационном сборе подводят итоги акции, составляют список дел. Повестка впечатляющая. Впереди форум активов. Отряд студентов 173 человека отправится на теплоходе до Волгограда. Будут проходить обучение в школе координаторов. Татьяна Пудова, Александр Дудко, Новости губернии.